Такой вот мега-автобан, куча пыли поднимается. Тут болото. Это я. Кто смотрит канал, да, вы помните, я тут снимал дней 10 назад. Ну вот, продолжается, видите, помойки плавают. Тоже чувствую, что наводнение, могли помойки убрать. Сейчас они убытки будут подсчитывать. Вот, алкопарк накрылся, короче, на метр где-то, на полметра. О, бежит голодная собака. Думает, что я жрать несу. Собака, нет у меня еды. Тут даже вот подмыло вон как. Собака ошиблась. Ну, как бы, с одной стороны, люди сами тут тоже виноваты. Потому что 30 метров водоохранную зону они ни хера не соблюдали. Ну вот у них МЧСовцы по блату, видимо. У коммерсов. МЧС структура платная. Вот сейчас покажу МЧСовцев. 30 метров водоохранной зоны нет. Кто им разрешил строиться, как бы, это понятно, что взятки и все остальное. То есть вот стоит машина номер 13. Откачиваем. Там тоже ребята тусуются. Известные службы. Не будем уточнять, какой. Ну, вода уже спала. Было больше. Здесь уже почти нет воды, а то был этот подтоплен. Сабантуй. Сейчас с моста посмотрим, что. Чего там с моста видно. Вот это дымка такая, пыль, это все вот с дороги без асфальта. Тащит грязь, и она поднимается. Вот. Листья в пыли. Кстати, у всех, кто живет вдоль вот этой дороги неасфальтированной, погиб урожай практически на 80% из-за пыли. Ну, вода еще не маленькая. Шоколадная по-прежнему. Шоколадная. Там тоже машины МЧСовские. Ну, я сейчас на другом мосту, то я снимал со старого моста. Раз, два, три. А, ну там дамбу смыло, вон оно. Там, короче, кусок дамбы ушел. Вот как. Ну, практически как в 2013-м. Один в один. Вот здесь затишок. Даже повыше, потому что в 2013-м вот это не топило. Что-то не верю я официальным цифрам вообще никак. Об уровне воды. Брешут. А, и вон там он экскаватор ползает. Сейчас, секундочку. Вот увеличу, вон он упал. Вон там подмыло дамбу тоже. Строили, строили, отмывали бабло, отмывали. Нихера не построили. Это вот как строить так надо. Амур в той стороне под сопками. Ну, Амур реку подпирает, поэтому мало того, что с гор спускается, еще и Амур подпирает. Ну, там тучи дождевые, дожди в верховьях еще идут. Ну, везде уже передали, что вода пошла на спад, но что-то я пока не наблюдаю. Прям-таки активного. Это из той же серии, как всего лишь на 2 сантиметра. Подрисовки, подтасовки, создание чувства самоуспокоенности.
когда надо бить уже не то, что бить в колокола, а уже надо активно что-то делать экстренно. А у них все хорошо, вода пошла на спад. Ну, это уже месяц назад мы слышали, что вода пошла на спад. Вот она в итоге пришла на 2 метра плюс с половиной. Ну, это, можно сказать, уже классика. Классический вид Комсомольска, да. Вон экскаватор. Ну, я дальше не пойду, потому как... В принципе, ничего нового там не увидите вы. Вот ЛЭП в воде, то есть ее фундаменты тоже подмываются, то есть тоже может навернуться и ага. Напор, смотрите, какой потоков, то есть не просто там жидкая струйка течет, а бурлит прям. Это уже вторые сутки после тайфуна. А творится-то вон что. 2,5. Здесь скальник насыпали. Ну, наконец-то. Догадались. Песочные технологии не спасли, короче. Ни хрена. Впечатление, что река просто новое русло сейчас здесь промоет. Вот забор чей-то уплыл. Ну, видимо, выше по течению там тоже потрепало хорошо. Такой комбинированный удар. Наводнение на мелких реках и наводнение на Амуре. А до этого мозгов не было прокопать русло, хотя бы на полметра, на метр. Взять пару экскаваторов, да, и вот где-то на кривых местах, чтобы не било в дамбу. Все в последний момент. А сейчас это так, мертвому припарки уже. Потому что не подлезешь к основному руслу, все затоплено, плюс она перемывает с адской скоростью, когда основное русло замыто, закоряжено. Вот такая вот ситуация в Комсомольске. 9.1.1, да, сегодня. 11.9.2019. Наводнение пока продолжается.